Матфея 3, глава 11 и 12 стихи. «Я крещу вас в воде в покаяние, но идущий за мной сильнее меня. Я не достоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Скажите «Духом Святым и огнем». Сегодня мы поговорим именно об этом. Давайте еще раз. «Духом Святым и огнем». Я верю, что мы можем во время свежего излияния Духа Божьего и огня креститься этим огнем. Поэтому будьте готовы к Его движению. Это наше время. Такого движения еще не было. Мы уже видим начало этого в Блумфонтейне, Йоханнесбурге и немного в Претории. Будьте готовы, потому что звук приближения Господа уже слышен. Поэтому будьте готовы к тому, что Бог будет все сотрясать и изменять, призывать врага к порядку и высвобождать то, что должно высвободиться в это время. Во имя Иисуса. Скажите аминь на это. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем, лопата Его в руке Его. И он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым. Он соберет пшеницу и сожжет солому. Наступает жатва Господня. Потерянные, заблудшие, ваши семьи, ваши друзья примут спасение. И это состоится уже в 2020 году. Если вы верите в это, скажите «Аминь». Когда Бог начинает двигаться, вы не можете остановить Его. В Деяниях 1.8 сказано «Вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой». Итак, мы видим здесь Дух Святой, огонь и силу. «Когда сойдет на вас Дух Святой, и вы будете мне свидетелями в Иерусалиме, в Претории, в ЮАР, в Африке и во всем мире, вы станете свидетелями Бога, вы посол Бога, вы Божие свидетельство, вы Божье явленное». Олицетворенная благодать через Иисуса Христа. Когда-то вы были слепы, а сейчас вы видите. Когда-то вы были потеряны, а сейчас вы найдены. Кто-то мог списать вас, но Бог никогда не делал этого. В вашей жизни был беспорядок. Но Бог все изменил. У вас есть будущее, потому что так сказал Бог. Аминь. Задумайтесь над тем, что сделал Бог в вашей жизни. Подумайте, что Он сделал. Подумайте, где бы вы были, если бы не Божья любовь, если бы не присутствие Иисуса Христа в вашей жизни. Давайте не умолять Бога до какой-то формулы, и давайте не забывать, что Бог вчера и сегодня, и вовеки тот же. В 2020 году Бог может двигаться так же, как и в день Пятидесятницы, как и во времена Первой Церкви, как и во время пробуждения на Азуза-стрит. Наш Бог не ограничен. Все, что Ему нужно, это люди, которые жаждут, которые готовы и отчаянно ждут Божьего движения. Именно тогда Бог придет. И когда Бог приходит, то Он приходит не по вашим формулам и не по вашим задуманным планам. Бог будет двигаться в эти дни, и Он бросит Савла на землю, и тот встанет уже Павлом. Бог возьмет Иакова, лжеца и обманщика, и сделает из него князя Божьего во имя Иисуса. Бог возьмет блудницу Раав и введет ее в род Иисуса Христа. Бог возьмет пастушка и поработает над ним, и после этой работы пастушок будет царем.
Бог возьмет того, кто считает себя никем, и превратит его в кого-то. Поэтому вам лучше поверить в то, что сейчас Бог движется на земле. Глаза Господа осматривают всю землю, ища мужчин и женщин в Кейптауне, в Йоханнесбурге, в Претории, чьи сердца преданы Ему. Вы можете стать 12-летним Самуилом, 17-летним Иосифом или таким же 17-летним Давидом. Бог говорит: «Я думаю о тебе. Ты зеница ока моего. Готовься. Я буду делать великие вещи в твоей жизни и через тебя». Здесь есть молодые люди, которые верят, что Бог будет делать великие дела в вашей жизни. Надеюсь, вы надеетесь. Я верю, вы верите. Вы здесь не случайно. Ваше появление запланировали не ваши родители, а сам Бог. Может, для кого-то вы появились не запланированно, но для Бога вы не были не запланированы. Бог предопределил ваше появление, а также, что ваша жизнь будет великой. Один из величайших проповедников в Америке, не буду называть его имя, он пастор огромной церкви, один из самых умных и доходчивых проповедников. У него прекрасная церковь Чикаго. Его мама была в олимпийской сборной Соединенных Штатов Америки. Она чернокожая, а тренер был белым. Это было в далеких 50-х. Тренер изнасиловал его мать, и она забеременела. Конечно же, она думала о том, чтобы сделать аборт, но она была христианкой. Перед ней стоял выбор — сделать аборт и продолжить свою карьеру, став одним из лучших бегунов Америки, а также избежать позора, связанного с изнасилованием и беременностью. В те дни в Америке, как и в ЮАР, черные не имели никаких прав, поэтому она не могла ничего сделать. Это было еще до борьбы за права чернокожих. Она была изгоем. Но поскольку она была христианкой, она поступила так, как должна была поступить праведная женщина. Она родила ребенка. Она отдала ребенка на усыновление. Он вырос и сегодня переворачивает этот мир. Хотя ребенок родился в результате трагедии, он все равно был запланирован Богом. Он присутствует в жизни каждого. Бог, я имею в виду, находится в жизни каждого. Неважно, как вы были зачаты и кто ваши родители. Важно то, что вы были рождены Богом, задуманы Богом, запланированы Богом. И даже если у вас нет отца, вы можете иметь Отца Небесного, который говорит: «Ты будешь творить великие дела на этой земле». Аминь. Итак, когда приходит Божий огонь, Он сжигает солому и плевелы. Часто мы думаем, что солома и плевелы — это символ греха. На самом деле, Иисус уже разобрался с нашим грехом. Я думаю, что здесь речь о том, что мешает нам идти по жизни. То, с чем мы боремся, то, что сдерживает и ограничивает нас, то, из-за чего мы чувствуем себя неуверенными и недостойными. Помните, как Иисус пришел к Петру и изменил его имя Симона на Петра? Как мы знаем, Симон означает «тростник, который легко уносится ветром». Иисус смотрит на него и говорит: «Нет, ты больше не будешь тростником. Ты больше не будешь носим всеми обстоятельствами. Я сделаю тебя Петром или камнем. Я сделаю тебя тем, кто стоит твердо, тем, на ком я смогу строить. Ты можешь быть самым слабым из всех. Но когда я возьму за тебя, ты станешь самым сильным. Ты станешь столпом в моей церкви». Вот какому Богу мы служим. Он может взять любого, любой беспорядок и превратить в послание, превратить любую ошибку в чудо. Вот какому Богу мы служим. Этот Бог никогда не оставит человечество. Он никогда не махнет рукой на молодого человека, или на 85-летнего Халева, или на проститутку Раав, или на какого-то изгоя общества. Бог говорит: «Нет, я слишком сильно люблю тебя. Я слишком много вложил в тебя. Я отправлюсь даже в Гадарин, чтобы найти маньяка, от которого отказаться.
отвернулись все люди. Я прикоснусь к нему, и он изменит 10 городов. Представляете, тот, кого связывали цепями, тот, кто был одержим демонами, но Иисус пришел, прикоснулся к нему и сделал из него человека Божьего, который потом проповедовал в 10 городах. Глядя на всю Библию, я вижу, что Бог никогда не избирал идеальных людей. Также Библия говорит, что Бог не часто выбирал сильных, благородных или образованных. Это не означает, что вам не нужно образование, но вдобавок к нему, к образованию, вам нужно еще и помазание. Вам нужен не только талант, а талант и помазание. Вам нужна не только хорошая работа, но хорошая работа и помазание. Поймите, что в вашей жизни есть предназначение. И оно не только в том, чтобы состариться и выйти на пенсию. Оно в том, чтобы жить для славы Божией и быть Его свидетелем. Я должен быть живым свидетельством Божьей благости и Божьей благодати. Иногда именно те люди, которые прошли через многое, понимают тех, кто тоже прошел многое. Иначе очень просто стать гордым. Во времена Иисуса у фарисеев и саддукеев было прекрасное учение, но не совершенная любовь. Они никогда не демонстрировали Божью любовь. Но именно это принес в мир Иисус не совершенное учение, а совершенную любовь. Его послание звучит так. «Бог не враг вам, Он не против вас». Он не зол на вас. Он послал своего Сына, чтобы примириться с вами, вернуть вас к себе. Петр, как бы далеко ты ни убежал, я буду бежать за тобой. Я буду напоминать тебе, что ты уже не Симон. Тебе не нужно возвращаться к прошлому. Ты Петр, ты камень, ты прибежище, ты скала, ты сила во имя Иисуса. Некоторые из вас уже забыли, кем Бог назвал вас. И снова стали Симоном. Вы снова стали Савлом. Вы снова стали Иаковом. А Бог говорит, нет, ты слишком важен. Твое будущее слишком важно. Твоя судьба слишком важна. Ты больше не будешь умолять и обесценивать себя. Ты больше не будешь носить ярлыки, которые на тебя нацепили люди. Ты больше не будешь носить ярлык неудачника. Забудь об этом. Мой огонь сойдет на тебя. Он изменит тебя. Он будет гореть в тебе. И даст тебе терпение и выносливость, чтобы ты никогда не сдавался, а всегда двигался только вперед. Ты творишь историю. Продолжай двигаться вперед. В то будущее, которое Бог имеет для тебя. Это пророчество для кого-то из вас. Богу нужно, чтобы вы поднялись и двигались вперед. Богу нужно, чтобы вы вышли из лодки и совершали великие вещи во имя Иисуса, потому что Он в вас и Он за вас. Когда Библия говорит о том, что Иисус крестит нас, то это не огонь суда. Как-то я думал, что Божие пребывание действует как увеличительное стекло. Бог смотрит на меня сквозь него и говорит, «Я знаю, что ты сделал». Он пришел исполнить закон. То, что закон не мог сделать. Бог сделал, послав своего Сына. Он осудил грех во плоти и исполнил закон, чтобы те, кто повиновались по закону, были свободны от закона и жили для него. По моей благодати вы спасены через веру. Это дар Божий, а не ваша заслуга, чтобы никто не хвалился. Когда Бог забирает у вас каменное сердце и дает плотяное, в этот день все меняется. Бог сказал, «Я буду крестить вас Духом Святым и огнем, потому что мы примем силу, когда сойдет на нас Дух Святой. Вы принимаете силу от Него». Подумайте о Петре до дня Пятидесятницы. Он отрекся от Христа. Хотя Иисус назвал его камнем, в другом месте он говорит, «Симон, я молился за тебя, потому что сатана хочет просеять тебя, как пшеницу». Сатана желает просеивать тебя, как пшеницу. Но я молился за тебя. А когда ты обратишься, то укрепляй своих братьев. О чем он говорит?
не о принятии Иисуса Господом и Спасителем, а о крещении Духом Святым в день Пятидесятницы. В тот день Бог наконец-то взялся за Петра. Помните, раньше Петр носил с собой меч. Когда пришли арестовывать Иисуса, Петр, сильный и брутальный человек, схватил меч и отрубил ухо одному из слуг первосвященника. А Иисус сказал: «Нет». То же самое он сказал Иакову и Иоанну. «Я не пришел разрушать жизни людей, а спасать их». Поэтому он взял ухо и прикрепил его на место. То есть, до крещения Святым Духом ученики имели огонь, но это был дикий огонь, как многие христиане, которые ревностны, но при этом неправы. Они спасены, но их ревность невежественна. Они хотят спасать людей, но проповедуют не то Евангелие. Покайтесь, иначе пойдете в ад. Бог будет вас судить. Они ходили с плакатами. Многие из вас родились значительно позже, но у каждой церкви были такие плакаты. Кто-то наверняка помнит те времена. «Мы будем маршировать». И мы маршировали не за что-то, а против чего-то. Помню, когда-то в Блумфонтейне было много эскорт-агентств, и многих женщин в церкви мне приходилось исправлять, потому что они выходили на улицу с плакатами, потому что не знали, где их мужья. «Лучше держите своего мужа дома и проявляйте любовь к женщинам из тех агентств». Все зашло так далеко, что они выслеживали этих женщин и поливали их водой из шланга. Это попало в газеты, и я сказал: «Так, вот тут стоп. Что это за христианство такое?» Я знаю, что многие церкви участвовали в этих маршах против греха, против дьявола, против проституции. А где вы видели в Библии, чтобы Иисус или его ученики устраивали подобные марши? Что-то такое, как марши против наркоторговцев или против абортов. Нет, они входили в мир этих людей. Иисус никогда не жил в изоляции, как фарисеи, у которых была совершенная наука, но не было понимания того, что такое религия. Религия должна была не указывать на грех, а соединять человека с Богом. И даже в Ветхом Завете Бог придумал покрытие греха. Можно было принести жертву за грех и входить к Богу. Но сейчас наступила новая эра. Сейчас там Иисус, Агнец Божий, взявший на себя грех мира. Он принес искупление и свободу. Он всех озадачил, потому что не был похож ни на кого. Он не отделился от людей, а дружил с грешниками. Грешники грешили. Не написано, что все грешники перестали грешить, но Иисус был другом грешников. С гневом он говорил всего один раз, и только по отношению к религиозным лидерам, которых интересовали только доктрины. И в Евангелии от Матфея он сказал: «Вы закрыли небеса для этих людей, потому что возложили на них слишком тяжелые бремена. Вы возложили на них закон, а я пришел, чтобы исполнить закон. Я пришел примирить вас с вашим Небесным Отцом. Я пришел с другим посланием». Понаблюдайте за манерой Иисуса. Именно этот стиль жизни привел его в итоге на крест, потому что он был совершенно другим. Но при этом грешники постоянно собирались вокруг него. Люди собираются там, где есть любовь. Любовь нельзя подделать. Любой ребенок знает, любят его или нет. Даже животные чувствуют любовь. Любовь — это величайшая сила во Вселенной. И когда Иисус говорит: «Я крещу вас Духом Святым и огнем», он имеет в виду не огонь суда, а спасительный огонь. «Ибо так возлюбил Бог». Он говорит об огне Божьей любви. Писание говорит, что наш Бог — пожирающий огонь. Речь идет о Боге.
который сидит на престоле. И апостол Иоанн описал этого Бога словом «любовь». Бог есть любовь. Посмотрите, Римлянам 5:5. Божья любовь излилась в ваши сердца Духом Святым. Иисус учил: «Новую заповедь даю вам, любите друг друга, как Я полюбил вас. Поэтому узнают все, что вы Мои ученики, по любви между вами». Не потому, что вы исправляете друг друга, и как вы это делаете, а по любви между вами. Многие люди считают, что быть религиозным значит указывать другим на их ошибки. Но Библия говорит, что любовь покрывает множество грехов. Любовь никогда не обнажает. Любовь добра. Любовь исправляет наедине. Любовь верит. Она вдохновляет. Любовь проходит еще одну милю и никогда не сдается. Нет большей силы, чем любовь Божия. Вот что имеет в виду Библия под крещением Духом Святым и огнем. Так вы станете свидетелями, а свидетель демонстрирует жизнь и учение Иисуса Христа. Многие люди хотят, чтобы Бог использовал их в сфере чудес. Но у них так мало любви, что это даже не смешно. Библия говорит, что перед каждым исцелением Иисус был движим состраданием. Для Него это не было очередное достижение или еще одна насечка на ремне. Зачастую Он исцелял людей в обычной жизни и говорил никому не рассказывать об этом. Он не пытался что-то этим доказать. Богу не нужно исцелить кого-то, чтобы быть Богом. Или сдвинуть какую-то гору. Богу не нужно ничего делать, чтобы доказать, что Он Бог. Он всегда остается Богом. Ему не нужны голоса людей или их поддержка. Бог всегда остается Богом, независимо от того, верите вы в Него или нет. Вы можете злиться, насмехаться или шипеть, как змея, но это не изменит того факта, что однажды вы умрете и предстанете перед Богом. И вам придется исповедовать, что Иисус есть Господь. А вы увидите, что даже высокие должностные лица поймут, что есть всего один Бог, один единственный. А вы увидите, как многие преступники обратятся к Богу. Многие лидеры придут к Богу, потому что они поймут, что нет другого пути вперед, кроме как склонить свои колени перед Господом Иисусом Христом. Если проповедь, которую вы услышали, коснулась вас, и вы знаете, что вам нужно отдать свою жизнь Иисусу, произнесите эту молитву. Скажите: «Господь Иисус, сегодня я возвращаюсь к Тебе. Спасибо за то, что любишь меня таким, как я есть. Я верю, что Ты Сын Божий, что Ты умер за мои грехи. Я исповедую, что Ты воскрес на третий день, и сейчас Ты живой. Сегодня я открываю свое сердце и приглашаю Тебя стать моим Господом и Спасителем. Омой меня Своей святой кровью. Прости мне мои грехи. Дай мне силу быть настоящим ребенком Бога. Спасибо за новое начало. Спасибо за то, что любишь и принимаешь меня. Я дома. Я Твой навеки. Я прощен, я полностью оправдан, и я молюсь Тебе во имя моего Господа Иисуса Христа. Провозгласите на это аминь». Скажите вместе со мной: «Отец, я прихожу к Тебе во имя Иисуса. Я провозглашаю, что я живу под кровом Всевышнего.
и поэтому я покоюсь под сенью Всемогущего. Я скажу Господу: прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Я знаю, Ты избавишь меня от сети ловца, от гибельной язвы. Ты осенишь меня своими перьями, и под крыльями Твоими я буду безопасен. Твоя истина — щит и ограждение. Я не убоюсь. Скажите еще раз: я не убоюсь ужасов в ночи, стрелы, летящие днем, язвы, ходящие во мраке. Не убоюсь коронавируса, заразы, опустошающей в полдень. Даже если падут подле меня тысячи и 10 000 одесную меня, но ко мне не приблизится, только смотреть буду очами моими и видеть возмездие нечестивым. Отец, Ты обещал, что за то, что я сделал Тебя своим Господом, своим прибежищем, за то, что я сделал Всевышнего моим покровом, никакое зло не приключится со мной, и никакая язва не приблизится к дому моему, потому что Ты ангелом своим заповедал охранять меня во всех путях моих. Они понесут меня на руках своих, не приткнусь о камень ногою моею. Я наступлю на аспида и василиска, буду попирать льва и дракона. Отец, я благодарю Тебя, что Ты обещал, что за то, что я возлюбил Тебя, Ты избавишь меня. Спасибо, что Ты возвысишь меня за то, что я познал имя Твое. Во имя Иисуса я взываю к имени Иисуса. Я знаю, что Ты слышишь меня, и Ты избавишь меня, и спасешь меня во всякое время. Поэтому я взываю к Тебе, Иисус. Я знаю, что сегодня Ты отвечаешь мне и защищаешь меня. Ты со мною во время скорби. Ты избавишь меня и прославишь меня. Во имя Иисуса никакое зло не приключится мне, потому что Ты, Господь, мой пастырь. Я ни в чем не буду нуждаться во имя Иисуса. Аллилуйя. Долготою дней, скажите, долготою дней Ты насытишь меня, явишь мне спасение Твое. Я верю, что я под защитой крови Твоей. Моя семья, мой брак, мои дети, мой бизнес и все отношения под защитой крови Иисуса Христа. Никакое зло, никакое зло, никакое зло не случится со мною, потому что Ты, Бог, защитник мой, Ты мой хранитель и Ты мой Господь, Ты мое прибежище во имя Иисуса. Если вы верите в это всем сердцем, воздайте Господу огромную славу во имя Иисуса. Аллилуйя! Восхваляйте Его и славьте Его. Аллилуйя! 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 Спасибо, пастор Эд, за динамичное послание. Если вы хотите больше узнать о нашем служении, заходите на наш сайт. Если у вас есть молитвенная нужда, напишите нам. Мы строим одну церковь в разных местах. Это все на сегодня.